На повестке дня стояло 9 вопросов. Два из них об исполнении бюджета за первый квартал 2018 года и о внесении изменений в бюджет города на 2018 и 2020 годы. Также на сессии были внесены изменения в правила землепользования и застройки Десногорска. Депутаты утвердили стоимость платных услуг в банно-прачечном комплексе Латона. Следующим вопросом в повестке стояло рассмотрение плана Десногорского городского совета на второе полугодие текущего года. Далее депутаты согласовали проект инвестиционной программы по реконструкции систем водоотведения и очистных сооружений нашего города. Это основные вопросы, которые комиссия решила вынести на 52-ю очередную сессию городского совета.